Главный военный начмед Дмитрий Тришкин встретился с родителями заболевших суворовцев. Сначала в формате брифинга он рассказал о результатах исследований Министерства здравоохранения. Напомним, случаи заражения эхинококкозом были зафиксированы в конце прошлого месяца. На данный момент лечение от паразитарной инфекции проходит 26 курсантов Суворовского училища. По официальным данным, госпитализации не требуется. Подчеркну, никакой угрозы воспитанникам Ульяновского училища нет. Все они находятся в училище, посещают занятия в обычном порядке. Госпитализация не требуется. Заболевание было выявлено на ранней стадии, никаких осложнений в лечении нет. Отмечено, что источником заражения, вероятнее всего, стали собаки. В пищеблоке училища никаких проблем не найдено. Наша съемочная группа пообщалась с Оксаной Царевой, мамой одного из суворовцев. Ее 16-летний сын проходит лечение. Пока что состояние стабильное. Но его продолжение учебы в этом заведении остается под вопросом. Ну, сейчас начато лечение. Чувствует себя неплохо. То есть все в процессе, посмотрим. Дальше где планируете учиться? Ну, сейчас пока не буду об этом говорить, потому что здоровье все-таки в приоритете. У нас впереди еще 1,5 года. Поэтому сейчас надо думать о здоровье прежде всего. Все расходы на лечение ребят взяло на себя Министерство обороны Российской Федерации. Снабжать медикаментами и обследовать будут и выпускников, покидающих в этом году стены Альма-Матер. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.